Состояние предреволюционное. У народа присутствует запрос на смену власти, поэтому если раньше власть боялись, над нынешней властью просто смеются и ненавидят. Она, власть сама дала много поводов к этому. Эти события в Киеве, которые проходят, буквально 3 дня постояли под стенами Верховной Рады, законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, больше 300 голосов, и сразу отправили в Конституционный суд. Движение пошло. Как дальше будет, все будет зависеть только от давления народа. Потому что должно быть второе чтение, и там уже свыше 300 голосов. Но также в зале прозвучали и другие требования. ОПОБЛОК там выставил условия, что должен быть закон об импичменте президента, закон о тымчасовых слідчих комиссиях Верховной Рады, чтобы все были в равных условиях. Вот дальше будет сценарий интереснее.